Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем момент дорогой аварии во дворе одного из домов на улице Читаева. Мы только уже с удара услышали, сразу вытащили. Нетрезвый водитель за рулем БМВ на полном ходу влетел в припаркованные дорогие иномарки. Мы счастливые очевидцы. Мы как счастливые. Потому что это не наша машина. Расскажем, как в перевернувшихся «Жигулях» под управлением 13-летнего водителя погиб подросток и гибели пассажирки «Киа» в лобовом столкновении с «Сузуки». Также травмы получили дети 9 и 12 лет. А также мотоциклист без прав, но с признаками опьянения пострадал, врезавшись в автобус. Тут вина очевидна, он в меня въехал. И угнанный с проспекта Имашева Иш-Ода нашли на Волгоградской разбитым и разобранным. Пол седьмого вечера выезжал, машина еще была целая. Это и не только. Прямо сейчас. Три припаркованные иномарки разбил нетрезвый водитель BMW X5 во дворе одного из домов на улице Читаева в Казани. Поздним вечером жители дома насторожил сильный грохот во дворе. Выглянув на улицу, увидели, как из стоящей поперек дороги иномарки выходит мужчина, а припаркованные вдоль дороги машины стоят в одной куче, одна на другой. Их владельцы испытали шок. Стоимость некоторых автомобилей превышает 10 миллионов рублей. Мы счастливые очевидцы. Мы как счастливые, потому что это не наша машина. Владельцы разбитых автомобилей сумму ущерба даже не могли предположить. В куче разбитых машин было сложно найти все повреждения. Владелец BMW X6 рассказывает, за машину 4 года назад отдал 5 миллионов рублей по курсу того года. Машина в аварии ни разу не была. Говорит, вряд ли она подешевела, по крайней мере, до этого происшествия. Ну, не знаю, курс ведь растет, что я же за евро покупал, а не за рубль. Считает, что если ремонт обойдется в миллион, то это еще сильно повезло. Но подсчет решил оставить специалистам. Владелица «Мерседеса» не видела даже половины своего автомобиля. В результате удара BMW влетел на капот красной иномарки. Говорит, стоимость машины сейчас превышает 12 миллионов рублей. Но это полбеды. В продаже их сейчас нет. Мы только уже с удара услышали, сразу вытащили. Жильцов дома выглянуть на улицу заставил сильный грохот. Перед глазами предстала куча из разбитых автомобилей. Я же дома был, мы в это время уже спали. Очевидцы видели, как из водительской двери, стоящей поперек дороги BMW X5, выходит мужчина. Уверяют, даже издалека было понятно, в каком он состоянии. Да он трезвый, пьяный? Пьяный. Прям явно видно, что пьяный. Да. Он там пропаркованный был, проехал. Хотел бы через поле проехать туда, не получилось. Сначала он резко тормозил, а потом ударил. Момент аварии был зафиксирован камерой видеонаблюдения, установленной на доме. Видно, что автомобиль виляет из стороны в сторону и в какой-то момент врезается в припаркованную BMW. Иномарку подбрасывает настоящий рядом «Мерседес», который, в свою очередь, задом врезается в «Тойоту». Мне просто в жилой зоне почему такое происходит, непонятно. Понимаю, на дороге трасса, да, все может быть. Это жилая зона, здесь, ну, как бы, слава богу, детей не будет, а обычно здесь кто-то на велосипеде же катается. Автоинспекторы, оформив аварию, установили и состояние водителя иномарки. От прохождения теста на наличие спирта в крови он не отказался. Алкотестер показал больше 0,6 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Но с этим водитель не согласился и пожелал пройти медицинское освидетельствование в больнице. Если анализы покажут, что он пил перед поездкой, то помимо лишения прав, ему предстоит и полностью возместить ущерб пострадавшим автовладельцам. Ни у кого из них нет полной страховки. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Нетрезвого водителя Kia Rio, сотрудника частного охранного предприятия, остановили автоинспекторы у входа на стадион «Акбарс-Арена». Его заметили в автомобильном потоке. Манера вождения сотрудникам ГИБДД показалась странной, и водителя решили проверить. Избежать встречи с инспекторами водителю не удалось. Уважаемый Айрат Маратович, вы согласны продуть алкотестер на месте? Согласен. Kia Rio автоинспекторы заметили на дороге, недалеко от футбольного стадиона. Манера вождения им показалась подозрительной, и мужчину за рулем решили проверить. Остановить автомобиль получилось около одного из входов на стадион. За рулем находился 33-летний сотрудник частной охранной организации. О причине неуверенной езды автоинспекторы догадались сразу. От мужчины исходил сильный запах спиртного. В присутствии понятых его отстранили от управления транспортными средствами и предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Водитель согласился. Обхватывайте губами и продувайте.
Все. Все. Алкоголь обнаружен, уважаемый пользователь. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Свой путь мужчина продолжил уже пешком. В скором времени его ждет суд, который, вероятно, лишит его водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложит штраф в 30 тысяч рублей. Сирина Васильева, Константин Бушуев, вызов 112. 13-летний подросток, пассажир «Жигулей» 6-й модели, погиб в субботу в результате аварии в Лениногорском районе республики. В районе деревни Старое Шугурово автомобиль вылетел с грунтовой дороги в кювет и перевернулся. За рулем автомобиля также был 13-летний подросток. В результате несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте. Второй пассажир, также подросток и водитель «Жигулей» с различными травмами были госпитализированы. 68-летняя пассажирка Kia Rio погибла в субботу в Казани в результате лобового столкновения с Сузуки. Ее водитель, 46-летняя женщина, на улице Путейская, по предварительным данным, выехала на встречную полосу прямо в лоб Kia, за рулем которой находилась 41-летняя женщина. Избежать аварии никто из них уже не смог. После столкновения с Сузуки Kia врезалась в мотоцикл Kawasaki, который следовал в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 68-летняя пассажирка автомобиля Kia. Также травмы получили дети 9 и 12 лет. 26-летний мотоциклист пострадал в аварии на улице Николая Ершова. Со слов очевидцев, он, не тормозя, пошел на таран автобуса и влетел в заднюю часть общественного транспорта, который в это время притормаживал, подъезжая к остановке для высадки и посадки пассажиров. Я только удар слышала, и все. Ни кондуктор, ни пассажиры даже понять не успели, что произошло столкновение. Поэтому все, кто был в салоне автобуса, отделались только испугом. И то наступившим только после того, как поняли, что попали в аварию. Мотоциклисту досталось куда больше. Заходила на остановку, притормаживала. И тут бубух, удар такой. Ладно, еще двери не успела открыть. Люди же выходить стали бы. Еще хуже бы было. Тут вина очевидна, он в меня въехал. Как себя чувствуете? Все отлично, все нормально. А как произошла авария? Молодой человек при столкновении с автобусом разбил подбородок и получил ушибы и ссадины. Медики осмотрели его на месте. От госпитализации он отказался. Ответить за произошедшее предстоит ему самому. Ездить на мотоцикле он не имел права вообще. У него нет соответствующей категории в водительском удостоверении. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. За что при отсутствии права на управление ему грозит административный арест на срок до 10 суток. А также лишение водительских прав тех категорий, которые у него есть. Рани Абдрахманова, Навсаменязов, Алмазы Одинов. Вызов 112. Автомобиль Иш-Ода угнали и разбили. Владелец об этом узнал только через 2 суток, так как находился за городом. Компанию нетрезвых людей, отдыхающих в салоне автомобиля, заметил мужчина на улице Волгоградской. Но он не обратил на них внимания. Думал, что машина принадлежит им. Но спустя сутки автомобиль нашли разбитым вдребезги. При этом расписанный маркером кузов пестрил угрозами. 6:30 выезжал, машина еще была целая. 12 ночи приехала, она уже вот в таком состоянии. Этот мужчина в субботу заметил 2 молодых людей и девушку, выпивающих в салоне машины, но значения особого не придал, не знал, что машина угнана. Сутки спустя увидел автомобиль полностью разбитым. Местные жители вызвали полицейских, участковый установил владельца. Ода принадлежит женщине. На место произошедшего приехал ее сын. Получается, нашли владельца, это моя мама. И она мне и позвонила. Она в отпуске, они далеко за городом. Как рассказал мужчина, Иш не единственный автомобиль в семье. Ездят на нем редко и не сразу заметили пропажу машины. Я езжу на этой машине, но не всегда, только зимой. То есть вот так. Эта машина стояла 1,5 года. То есть вот так. Но я периодически ее заводил. Мужчина рассказал, что машину угнали. Она была припаркована в одном из дворов на проспекте Ямашева. В ней не было даже аккумулятора. И, вероятнее всего, до Волгоградской ее дотолкали ночью. Мы тебя найдем, ждем тебя в Юдино, написано. Кровь, бинты и тому подобное. Ну, украли руль, там, сабвуфер. Это уже я следователям сказал. Следователи собрали все имеющиеся доказательства. Они надеются, что злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения, установленных прямо напротив парковки. Полицейские проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Вероятнее всего, по ее результатам будет возбуждено уголовное дело. Ущерб владельца оценивают в сумму более 100 тысяч рублей. Машина, говорит мужчина, восстановлению уже не подлежит. Навсаменязов, Алмаз Зиадинов, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.